погнали. Откуда у нас стрелять? Ну, полотки есть уже, теперь мы стреливаем. Так что, уже стартуете или что это? Да. Да. Амаран можно сделать. Ну, амаран или ульту, да, то есть такое. Как пока. Что, амаран или траем? Ну, амаран, давай, потом надо это договориться, что кто где-то состоит, кто какие бомбы берет. И как вот все бомбы заходить. А ты же сказал, что здесь стоит уже. Кмыпик. Там. Смотри, Беркус прыгает, соответственно, это кстати его. Я в центре, со мной welcome. Хани на первую, Борис на вторую, Вова на третью. Вот. Беркус как прыгать вспомнил. Я не могу, Хани забрал. Вот, посмотри, мы тоже стоим в центре. Ходят мужики, мы их вот так вот расстреливаем, только, конечно, быстро. Чтобы они не уходили. Это как кто-то вылазит, что они умирают. Да-да-да. А я купол в центре буду ставить, прям из купола выходишь. И со снайперкой там. Несколько выстрелов и все. Если на дамаг, то двух-трех выстрелов хватает на обра. Я на дамаг поставил пока что. Хорошо, на дамаг, я думаю, нормально. Те, кто на платформах, смотрим найтов, которые выходят и жрут эти. Главное их убить. Все помнят, где найты выходят, да? Найты выходят по диагонали, вот смотри. То есть, если ты вот на этой платформе... С правой стороны. Найт выходит справа, видишь, вон дверка. Не, он снаружи выходит. Он снаружи вылазит отсюда. Вот. Да, да, вот там, вот, да, вот. Ты туда смотришь на дверку. Вот, он здесь он появляется с чуваками и бежит и по диагонали. Он бежит по диагонали к твоему этому. Сюда вот. Ну и также как бы с другой стороны. Они просто бомбы съедают, поэтому их надо сразу убивать. Если не убили, там надо идти, то говорите. Не, снайперов нет. Снайперов здесь нет. Все, вот это есть. Бомбы, кто берет бомбы? Бомбы также, кто бомбы на последней платформе так же был. С центру я четвертый возьму, да. А, ну там потом скомандуешь, да, Тата? Да-да-да, я скомандую. Арбы генерим? Да, давайте. Ну да. А кто генерит? Кто-нибудь Духантер, например. А, я ни разу не отмирю. Сейчас мобы набегут в центр, связываешь их просто и отстреливаешь. Все. Ну, Вова сделает сейчас. Сейчас мобов не трогаем. Ну, давайте сначала сделаем, потом разберемся, куда пойдем. У нас с платформами вообще есть? А, нет, у нас второе, Борис. Еще раз, второе. У нас второй-то по где? Так, ну это вайп походу делает. Да. Да. Мужиков плохо разбираем. Ну, релик также нулевой. Да, я их также на первый, потом против часовой же тоже. Да, да, да. Нет, ты можешь считать от релика, это все равно ничего не меняет, потому что Орикс бьет по первой. Если релик нулевой, то он бьет по первой. Да. Вова, есть альтрен?
Давай делаем. Хотя уже тут. Ну, они сделают. Их пострелишь, что они к тебе шли, и потом. Угу. Ты постреливай, не убивай, хоть что ты. Ну, оно как-то само получается. Заряжай! Постреляй в них уже. Налево пошел. Боюсь, у тебя ближе налево. Ближняя левая, Борис. Это не страшно, кто-то вот слез, это вот плохо. Давайте, а Вайпер командует только карту. Ну теперь уже да. Ну, хоть огров разобрали нормально сейчас. Давай. Какой-то часовой. А как взрывать бомбы? Объясни. Бомбы взрывать. Раз запоминаем позиции. Да. Когда значит, команда к бомбам, бежим к бомбам. Это после того, как Морикса уже стрельнули в живот и почистили. Я говорю, к бомбам бежим к границе хрени черной. Когда, говорю, в бомбы заходим, ждем, соответственно, там сколько, 3 секунды, пока появится там, ну, 5 секунд даже. Макс. Что? Макс. Ты бежишь ко второй. Те, кто на платформах, те бегут к бомбам. В последний раз, твоя платформа будет вторая. Ты бежишь к ней. После этого мы, как обычно, идем в центр, отстреливаем Орикса, убиваем, чистим мобов. И после этого ты возвращаешься к той позиции, где ты в последний раз стоял. В лужах с огров валятся бомбы. Да. Они с огров вываливаются. Ты к ним подходишь, когда говорят, что к бомбам. И на счет три кто-то будет командовать. Раз, два, три, заходим. Оно не обязательно будет здесь. Оно может быть на любой другой платформе. Да. То есть, где твой последний раз был. Ты запоминаешь, ну, ты запоминаешь там, где последний раз стоял, там туда идешь к бомбу просто. Да. Сюда. Вот сюда подбегаешь, по команде заходим, сразу разворачиваешься назад. И бежите в центр, здесь будет аура, нужно забежать в ауру. Считаешь до 5, бежишь в центр, забегаешь в ауру и стреляешь. Лупишь Орикса из ауры, да. Уже. Ну, когда это. Скажите, когда ты в бомбу зайдешь, твой ник над ультой высветится 4 раза, да? Как ну да, он бывает глючит, но ты 8-5 секунд считаешь и все. Что-то вокруг бомбы такая аура черная, в нее тоже не заглите, да? Не заглите. Рядом, это когда там, к бомбу мы подходим к этой ауре, когда к бомбу мы заходим ауры, в эту ауру. Да, то есть она гораздо шире самого шарика. Что, Макс, король поет? Да. Ты слушай, ориентируешься, мы тебя можем на Бориса поменять. Нет, 4. С челленджем, да. Проще. Если да, уж с челленджем. Давай, кидай. Стреляй!
Забрал. Все, груз забрано. Найт. Алло, найт. Ближний найт забрал. Борис, ты своего найта не убил, да? Уза. Но он пробежал и все, и уезжал. Уза. Давай. Не, пай. Нет, там обычный желтый найт, он красный с желтым баром. Он красный, он не желтый. Красный с желтым баром, то есть он мажор. Да, он не мажор, по-моему. Ну, в смысле, он обычный найт, просто хайф найт. У него имя там какое-то, орк, питер или чего-то там. Ну, еще раз. Вова раз на раз не приходится, у тебя тогда Вова, тогда Фанни. Давай усы. Я понял, как это устанавливать. Хорошо. Найти. Диск выключи, Соня все равно сейчас будет свой диск ставить. Забрал. Кто-то опять на это не убил. Пузо. Я четвертого снял. Четвертого на это не снял. Я снял. Нет, там новой бомбы нет. Сожрал бомбу. А, на второй Хани не убил. Четвертого не убили. Найт этот Борис опять не убил. Борис убил, это. Так, это первая, вторая. Вторая не убила. Там вторая, стреляющих мобов не убивает. Ну это байт. Никто не тратит. Байт. И когда мы Орикса откинули, мы убиваем стреляющих, а остальных ждем, чтобы они к нам подходили. У меня сейчас Борис, давай на центр. Снайперку возьми. Да, ну блин, я не знаю, слушай, я не знаю, бил ты на тебя или нет, я знаю, что у тебя бомба